В стационаре номер один Люберецкой областной больницы открылось отделение нейрохирургии. Там оказывают медицинскую помощь пациентам с травмами, сосудистыми патологиями, опухолями головного и спинного мозга, а также грыжами, новообразованиями и врожденными аномалиями, синдромами и компрессией периферических нервов позвоночника. В отделении установлено оборудование экспертного класса, которое позволяет проводить оперативное вмешательство малоинвазивными способами. Такие операции исключают большие разрезы и снижают кровопотерю до минимума. Пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к повседневной жизни. Сейчас у нас в штате работают 3 нейрохирурга. Все нейрохирурги прошли подготовку в федеральных медицинских центрах и имеют большой опыт в нейрохирургической практике. Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Отделение рассчитано на 15 мест круглосуточного пребывания.